Практически каждую неделю в Курске на улице Энгельса гибнут люди в страшной аварии. Местные жители уже назвали это место проклятым или заколдованным. Так ли это на самом деле, рассказал Курск ТВ астролог Повсекаки Богданов. Почему так часто случаются аварии на этом месте? Действительно, раньше здесь есть несколько причин. Первая причина, конечно же, это геопатогенная зона. Возможно, именно здесь происходит разлом Земли. И если мы возьмем здесь маятник, то мы уже сходили с маятником, с компасом. Примерно вот напротив типографии, получается, бывшей типографии, там сильная геопатогенная зона, и маятник бегает, и компас действительно бегает. Это первая причина. Отсюда это место к себе притягивает весь негатив. А вторая причина, когда произошло первое какое-то событие на этом месте, а именно здесь происходили в 43-м, 41-м, 42-м году всякие расстрелы и репрессии со стороны немецких захватчиков, здесь сложилась отрицательная энергетика. Это вторая причина. И насколько мы смотрели исторические справки, то когда-то на этом месте в конце 18 века были захоронения, были кладбища. Все оно в куче дает большую геопатогенную зону. Чтобы прервать череду постоянных аварий, 7 апреля от Ольговского поворота в сторону центра Курска и в сторону Волокно были установлены ограничения скорости 40 км в час и 60 км в час. Вместе с дорожными знаками появились и камеры видеофиксации. Но на этой дороге продолжают биться машины. За последний месяц на улице Энгельса произошло 4 страшные аварии. Аварии со смертельным исходом. Почти во всех происшествиях виноваты пьяные водители, которые превысили скорость и не справились с управлением автомобиля. Вера Сазонова, Радий Долженков, специально для Курск ТВ.ру.